По официальным данным, сегодня в Сочи 70 тысяч неоформленных работников. Это значит, что при трудоустройстве с ними не заключают трудовые договоры. Такое положение дел, во-первых, нарушает закон, во-вторых, это мизерная пенсия в будущем и отсутствие налоговых поступлений в городской бюджет в настоящем. Именно из-за таких недобросовестных работодателей, подчеркивает Анатолий Пахомов, люди и лишаются достойной старости. Вы делаете наших людей несчастными. Это из-за вас они живут мало, потому что вы их своим недобросовестным отношением, своим же обязанностям, неуплатой, в том числе пенсионный фонд сборов, приводите к такой жизни. Кроме того, что штрафы, которых я требую, что не меньше 150 тысяч с них брать, составляйте протоколы. Следующий этап будет, это служба судебных приставов, которых мы будем спрашивать, каким образом они с них взимают эти штрафы. Выводить так называемых серых работодателей на чистую воду теперь будут на местах. Ведь даже не специалисту ясно, что дело нечисто, если в трехзвездочной гостинице официально работают всего 2-3 человека. С проверкой в те же отели и частные гостиницы выходит инспекция по труду, нарушителям которых уже уличили, на заключение трудовых договоров дали неделю.